Приближается. Вообще вот давно достаточно уже существует вот это правило игры до 11 очков по две подачи. Ну вот чисто с моей точки зрения как-то вот не так это все смотрится увлекательно, как раньше, когда до 21 игралось. Какие-то такие были встречи, я помню, которые, можно сказать, в историю вошли. А здесь раз, два, три, и все. Сет закончился. Особенно защитникам раньше. Они вот как-то многие часто втягиваются по ходу. А здесь они втянуться-то не успевают. Посложнее им стало, это точно. Причем ведь у нас многие правила как-то вот принимались, потом обратно возвращались. А здесь что-то так вот затянули, мне кажется, этим делом. Он ни разу не вел Жмуденко, первое очко не выиграл вот из пяти сетов ни разу. Так, судя по выражению лица, то он это настроен. На счет 2-0. Первое очко. Хорошо подрезал, заставил ошибиться. 4-1, Щетинин впереди. Ой-ой-ой. Пять один. Два, вот два очка, которые мы видим на счету Жмуденко, это оба раза в атаке Евгений промазал, обратите внимание. Тем не менее, продолжает атаковать, все правильно. В глухой защите тяжело. Просто соперник перестает ошибаться, если не чувствует давления на себя. 3-6. Вроде бы не самый сложный мяч оказался, да, даже Жмуденко сам удивляется. Как же он такого не попал? Вот в центре. 7-3. Ну вот и 8-3. Вот этот запил фирменный. 9-3. Да, смотри, 10-3. 10-3. В атаке.
заканчивает сет. Евгений Щетинин, выиграв подряд три последних сета, он выходит вперед со счетом 3-2.